Я всех приветствую на своем канале Инфа, и с вами Лена. В этом видео я вам покажу свои фавориты лет. Это видео необыкновенное, потому что, как и фавориты весны, это видео я делаю не одна, а с прекрасной девушкой Карелия 271. После моего видео я вас приглашаю посмотреть ее видео. Ну что ж, а мы с вами приступим к фаворитам. Начну, как и в прошлый раз, с фаворитов. Это будет аксессуар, который сейчас находится на мне, вот такое вот прекрасное колье. На мой взгляд, бесподобное колье, это настоящая бирюза. Оно довольно очень увесистое, сделано очень качественно. Сзади вот такое вот чернение, до мелочей все продумано. И вот такие вот милые замочки. Покупала я это колье у фирмы Фасиль. Покупала я в этом магазине первый раз что-то, но я думаю, что буду заглядывать и дальше. Купила я со скидкой 50%, потому что в полную цену все-таки для меня дороговато, а вот в полцены то, что надо, я просто очень рада. Оно роскошное, выглядит очень красиво, можно носить как с белыми нарядами, так и с цветными. И у этого колье просто бесподобный цвет бирюзы, это более светлый, чем обычно, и на мой взгляд смотрится это действительно просто необыкновенно. Следующие два продукта будут летние, и как и прошлое летом, это лето не обошлось без защиты от солнца. В этот раз у меня крем от Биодермы с защитой очень высокой 30, с матирующим эффектом для комбинированной жирной кожи. Что хочу сказать, матирующего какого-то большого эффекта я не заметила, но по сравнению со всеми другими кремами он менее жирный, и мне он идеально подошел, поэтому я могу его порекомендовать. Думаю, для очень жирной кожи он не подойдет, но для более-менее нормальной, склонной к жирности. Еще одно средство, которое просто облегчает нашу жизнь в жару, это будет термальная вода от La Roche-Posay. Действительно освежает ваше лицо, будь то это дома, или на улице, или даже на работе. Я всегда ношу его с собой в маленьком пакетике вместе с моей книгой. И хочу сказать, что действительно вот такое легкое освежение идет. Распылитель очень тонкий. В общем-то, мне это средство действительно очень нравится. И это какой-то вот действительно must-have на лето и в жару. Хочу вам показать вот такое вот сухое масло от NUX. Для меня это must-have этого лета, но и также открытие этого лета. Я, конечно же, видела это масло 100 раз, но как-то не обращала на него внимания. Очень рада, что взгляд пал на это масло, потому что это действительно сухое масло, оно очень быстро впитывается. Здесь 6 натуральных масел с очень мелкодисперсными золотыми частичками. Вы его вот так вот взбалтываете, вспрыскиваете, можно использовать как на лицо, на тело и на волосы. Я использую, если честно, только на тело. Обволакивает ваше тело каким-то вот таким изящным запахом, вкусно пахнет, на самом деле мне нравится очень и очень. И эти мелкодисперсные частички создают вот такую вуаль переливающих золотых частичек на вашем теле. Мне очень нравится, и я буду пользоваться им вновь и вновь, пользуюсь каждый день. Следующие два продукта перешли на самом деле с фаворитов прошлого лета в это лето, и я с удовольствием хочу их показать, потому что они для меня незаменимы. Это будет гелевая подводка от Manhattan в бирюзовом цвете. Сейчас она тоже на мне, пользуюсь, если не каждый день, то практически каждый день. Сегодня тоже она на мне, и нравится как с цветными тенями в контраст, так и с очень натуральным макияжем, просто как цветовой акцент. Безумно мне нравится эта подводка, как я говорю, уже вот второе лето ею пользуюсь. Ну, лак тоже с прошлой коллекции Питу летний, тоже он в бирюзовом оттенке, очень мне нравится бирюзовый цвет, у меня 0,30 луговая, в этом году, я думаю, вы его уже не найдете, но сейчас он у меня тоже на ногтях. Честно скажу, один из лучших лаков, который вообще у меня есть, потому что он очень ровно ложится, красиво, долго держится. Для меня это действительно must-have. Передвинулись мы к теням для глаз. И хочу сказать, что Pop-Up 100, конечно же, сейчас у меня в фаворитах. Использую я каждый день для цветовых всяких макияжей, как, например, сегодня. А для натуральных и всего остального я использую такую вот палетку Catrice Paris. Да, не смейтесь, но не знаю почему, рука тянется только к ней. Очень она мне нравится, она мультифункциональная. Самый светлый оттенок я использую как базовый для теней, так и как хайлайтер. Вот этих два цвета я использую как бронзаторы, то есть я могу
действительно брать. Набираю их большой кистью и наношу на лицо. Смотрится это очень красиво и натурально. Здесь есть снова же румяна, поэтому для меня эта палетка просто незаменимая. Не знаю почему, но только к ней рука и тянется. Продукты для губ я использовала из Pop-Up Store, но также у меня был такой вот любимчик-наборчик из Estee Lauder, мне был подарен. Мне очень нравится вообще гамма цветов, мне нравится их формат, они мини как конфетки, и по одному я оставляю себя в сумочке и использую их каждый день. Очень-очень нравится, мило смотрится, и честно скажу, качество действительно у них бесподобное, держатся они хорошо и смотрятся просто прекрасно, не могу никак не нарадоваться. Ну и последние продукты, любимчики лета, это будет вот такая вот тройка, ухаживающая за волосами от фирмы Aussi, или вернее Aussi, потому что на английском. Это шампунь, маска и бальзам-ополаскиватель для непослушных волос с разглаживающим эффектом. Фирма в Германии новая, то есть она появилась буквально несколько месяцев назад, и я весной еще купила ее попробовать, потому что я была в поисках нормальных вот средств. С моими волосами, к сожалению, ничего уже не справлялась, так как у меня челка и огромное количество маленьких новеньких таких волосиков. Но эти средства действительно с этим справляются, а волосы, они отяжеляют, но в то же время без того, чтобы как-то убирать какой-то объем, то есть объем остается, но они более тяжелые. Смотрится это довольно красиво. Не знаю, из всех средств, что я только перепробовала, они мне понравились больше всего. Я практически все использовала, то есть использую уже несколько месяцев. Вам советую, если вдруг у вас та же проблема с непослушными волосами, то вот эта вот тройка справляется с ними на ура. Мое видео подходит к концу. Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть видео Карелии, и вас направляю также к ней в гости. Приглашаю вас в гости на мой блог, чтобы посмотреть всевозможные мои новые статьи. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Всем желаю прекрасного продолжения лета, огромное вам спасибо за внимание, и говорю вам до следующей встречи. Всем пока!